двухдневный, трехдневный семинар. Как использовать, если вы все-таки хотите, чтобы этот мужчина был с вами и помочь ему, потому что в случае, если у мужчины или у женщины есть приворот, то в дальнейшем денег не будет тоже. И избавление от приворотов, избавление от проклятий является одной из, наверное, стратегий в том виде, когда человек не может зарабатывать деньги. Ну и каким образом это делается? Представляете своего любимого человека, где обычно находятся привороты? Привороты обычно находятся либо от горла до рта, либо от пупка до попы, извините. И вот что нужно делать. Представлять, будто вы прямо в рот всовываете ему руку и достаете белого червя, похожего на аскариду, глиста, с головкой или мордочкой какой-нибудь девушки, и бросаете в огонь, представляя огонь или ставя свечку перед собой. Но лучше ставить свечку.